важное мероприятие. Хочу поблагодарить. Вчера мы поддержим традиции крещенские морозы. Действительно было морозно, но не то 30, которую мы прошли, а слава Богу, такая лыжная, можно сказать, погода была. Хочу поблагодарить управление образования, потому что все, что связано с детьми, особенно дошкольного возраста, это всегда первые жизненные эмоции, которые дети испытывают. Но важно, в каком месте ты это проводишь. Все-таки лыжный стадион – это наша гордость, и очень важно нам делать касание именно в этих местах. Очень важно нам чтить традиции тех первостроителей в этой сфере, как Сергей Николаевич Веселов. А если еще глубже брать, вообще, как это все зародилось, да, когда еще любители завода нашего Красногорского имени Зверева начинали в целом и закладывали вот эти традиции на своем любительском уровне. И как все это переросло –